Вы прислали мне очень много картинок в Телеграм, но оценил по достоинству я только эту. С нее прям просто погорел. Александр Воробьев, ты молодец, я тебе отдаю сертификат. Поздравляю. Ну заходи к нам. Я говорю, а что тут? А сейчас посмотрим, что тут, что ты умеешь. Здравствуйте, друзья. В эфире ток-шоу Сергея Путкова. Прошлый выпуск вышел 100 лет назад, и мы, наконец, набрали необходимое количество лайков и можем продолжать. И сегодня в гостях у нас Кирилл Овчинников, главный технолог компании Чебака. Давайте ебнем его током. Здравствуйте, меня зовут Кирилл Овчинников, я технолог компании Чебака. Сегодня я в гостях у Сергея Путкова во Фрегат Лаунж. И я буду пытаться угадывать те ароматы, которые я придумал. Итак, первый кальян. Жасминовый чай. Правильно, нет? Да. Блин, а как будто кнопку хотел нажать. Дай попробовать. Это белое яблоко. Ну, блядь, щипит, но как-то это. Больше ты все равно пока не можешь. Тогда это бельгийский сидр. Ебать, знакомый аромат, ну. Давай угадай. Раковые шейки. Кстати, пробовал не они. Да бей током, я не знаю, что это. А, надо сказать, что это? Конечно. Слива альфахер. Ну, как бы, то пока терпимо просто. Это фрукт. Бузина. Это... А, пускай это будет грейпфрут. Я знаю этот аромат. Кактус микс. Нет. Бей. Четвертый, да? Да, четвертый. Хорошо, мышцы сводят. Сейчас. Я близок. Это агач. Может, из-за этого меняется вкус? Цветущий сад. И это? Нет. Вот эти два просто, они бомбец, были одинаковые. Это бузина. Правильный ответ, ура! Я знаю, что это. Какая у нас сейчас будет сила удара? Мне интересно. Сейчас 99? Меньше. Давай сейчас меня это... Мне интересно просто, потому что я просто так не хочу биться 99. Давай мы сейчас 99 стукнемся. Я знаю, что это. Пускай это будет белый чай, который у нас сегодня вообще здесь нет. Давай попробуем, ну интересно. Ну нет, ты попробуй. Нифига. Я-то, знаешь, у меня сейчас сразу заиграла песня этого Игги-попа. Я хочу быть твоим псом. Потому что вот здесь это была пошлая Молли. What the fuck? Да. Про песика, а тут уже это помыло. Да. Угадал. Да, Кирилл показал хорошие результаты, 4 кальяна из 6. И это доказывает, что он замечательный технолог, настоящий профессионал. У нас есть набор замечательных продуктов компании Чебака, и мы готовы разыграть его среди своих подписчиков. Выиграет тот, кто сделает лучшую фотожабу на Кирилла Овчинникова, разместит ее у себя в Инстаграме и выложит ссылку на аккаунт в комментарии к этому видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. А в комментарии скажите, кого бы вы хотели видеть здесь в следующий раз. До свидания.